В другой теме. Более 6 тысяч юношей и девушек в Чувашии в этом году получают документы об окончании школы. Накануне глава региона Михаил Игнатьев поздравил выпускников Чебоксарского 4-го лицея и вручил им аттестаты. В этом году это образовательное учреждение закончили 49 одиннадцатиклассников, 9 из них – медалисты. Все они – призеры Олимпиад, победители творческих конкурсов и спортивных соревнований. Михаил Игнатьев поздравил выпускников с началом нового этапа в их жизни, поблагодарил учителей за высокий профессионализм, родителей – за достойное воспитание детей. После глава Чувашии вручил лучшим выпускникам лицея аттестаты и золотые медали. Переживали, как сдаст, как получится. Сейчас это позади, сейчас поступить надо. Ну, надеюсь, все получится. У нас намного проще же было наши года. Мечтать не могла, что у меня точно золотую медаль школу закончит. Самый волнительный период экзаменационный для выпускников уже позади. Теперь им предстоит определиться, куда поступать. Отмечу, что в Чувашии в этом году ЕГЭ на 100 баллов написали 64 выпускника. Лицей мне дал очень много, так как здесь просто очень хорошие, профессиональные, добрые учителя. Я пойду поступать, скорее всего, на экономиста.